Я сказал, сейчас в наушниках уже, сейчас сказал, что третий раз меня спрашивают про родильный дом, что означает, что вы не слышали то, что я сказал про этот конкретный случай, который сегодня и ваша корпорация и все другие ключевые западные СМИ сделали хедлайнером. В этом родильном доме, мы об этом сказали 7 марта в сайте безопасности, он давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала. Его заняли бойцы батальона «Азов» вместе с прочими радикалами, устроили там свой опорный пункт. Как они, в общем, делают по всей Украине, превращая людей в живые щиты, превращая жилые кварталы тоже в живой щит, размещая там ударную технику и оттуда обстреливая позиции российских войск и ополчения Донецкой и Луганской народных республик.